Шелковица. Это не только ягоды. Бывают красные, черные и белые. А самое главное, это те дядя Петя Петушок, золотой гребешок, которые несут... Ух, какой маленький, какой голосистый. Они несут яйца, с помощью которых получаются так называемые песанки. Вот он с вами здоровается. Вот. Уже было. Вот он сейчас улетать будет, прогрев крыльев. Да. Вот. Он уже проснулся, у него уже доброе утро. Чему мы очень рады. А в этом озере у нас живут рыбы. У них сейчас обеденный перерыв, поэтому их не видно. Но в следующий раз, когда я их буду кормить, они обязательно помашут вам хвостиком. Спасибо.